Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня у нас на обзоре детская тематика. Хотели бы представить вашему вниманию вот такой детский круг для того, чтобы научиться детям плавать. Называется «Свим-тренер». Вот. Эти круги бывают в трех типах размерах. Значит, бывают красный, желтый и оранжевый. Красный – это для самых маленьких. Нашей дочке сейчас 7 месяцев. Вот. Первый раз она в этом кругу, мы этот круг брали на отдых, но не купались, потому что море было очень холодное. Вот. И вот в бассейне решили испытать, сегодня первый день. Значит, круг оснащен 4 камерами. Первая камера верхняя, вторая камера вспомогательная боковая. Две камеры по, значит, бокам ребенка поддерживают, и еще одна камера снизу под грудкой, полностью ребенок лежит вот здесь вот на накачанной камере. И еще одна камера, это вот продевается через голову, значит, снабжен круг вот таким вот хорошим замком, для того, чтобы не расстегивалось, стоят блокировки, то есть вы пальцами можете открыть, и здесь вот нажимается вот. Это немцы изготовили, значит, человек изготавливал тот, который делает, учит тренировать деток. И вот в этих кругу безопасно может находиться ребенок и в бассейне, и на море. То есть он не выпадет, он заблокирован. Конечно, все надо под четким смотреть руководством людей, взрослых. Но тем не менее, вот наша дочка сегодня первый раз была погружена в этот круг, как говорится. И вот она плавает. Мы купили вот такой резиновый мячик и книжечка вот, которая тоже держится на воде, плавает с вот такими веселыми картинками, с пищалочкой. Вот. Вот такой вот, значит, у нас круг и вот такое приобретение. Круг, ценовая политика не дешевая. Мы в интернете хотели купить подешевле, но потом я на просторах посмотрел, значит, пару видео, увидел, как обучают детей в этом круге плавать, и заказал этот круг, и вот он нам пришел, и мы решили попробовать. Большое спасибо за то, что смотрите мой канал, подписывайтесь на мой канал. Всем рекомендую покупать для детей, не жадничать, хорошие, дорогие вещи, в которых ваш ребенок будет безопасен. Еще раз, это Swift Master или Swift Trainer. Большое спасибо, всем пока.